остались без крыши над головой в буквальном смысле и обратились к президенту. Проблемы жителей Новочебоксарского многоквартирного дома начались 14 июля после пожара. Репортеры «Республики» первыми в эфире рассказывали об этом инциденте. Тогда выгорела крыша общежития, людей экстренно расселили в пункты эвакуации. И вот сегодня появилось видеообращение главе государства с жалобой на бездействие местных властей. Надо. Детям вот одеваться надо, школу провожать надо. У нас компенсации не платят, денег нет вообще. После появившегося в сети интернет-видеообращения на официальном сайте прокуратуры Чувашской Республики появилась информация о повторной проверке. Цитирую. В настоящее время в связи с публикациями, распространенными в сети интернет, будут организованы дополнительные проверочные мероприятия. В том числе дана оценка органов власти города Новочебоксарска. По организации всех необходимых мероприятий, в том числе оказанию помощи пострадавшим. Конец цитаты. Отмечу, что по факту пожара возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». И в эти минуты комиссия с участием прокуроров, представителей городской администрации Новочебоксарска и репортеров программы «Республика» работает в сгоревшем общежитии. Все подробности уже в наших следующих выпусках.